Отточенность линий, грация, страсть и экспрессия – все это про фламенко. Истоки танца лежат еще в мавританской музыкальной культуре. Существенно повлияла на этот стиль и цыганская музыка. Танцевальная площадка парка имени Зернова на пару часов превратилась в колоритные улочки Севильи. Участницы танцевального мастер-класса разучивали основные движения фламенко, отбивали ногами дроби, учились работать руками, танцевали под аккомпанемент хлопков и каблуков и даже выучили небольшой кусочек танца. На мастер-классах мы знакомимся с основными движениями, особенностями стилистики. Немного я рассказываю, конечно, о культуре, об истории того или иного стиля. И мы танцуем небольшую композицию, которая уже позволит даже вот на первом занятии ощутить вот эту вот каждое направление, свою изюминку, попробовать себя в качестве танцора. Летний танцевальный марафон в парке Зернова открыли в июле занятиями для детей. Теперь эстафетную палочку приняли взрослые. Бесплатные мастер-классы по различным направлениям танца могут посетить все желающие каждый четверг в 18:30 весь август на танцплощадке. Впереди занятия по цыганскому и кавказскому танцу. Кавказский танец могут и мужчины прийти. Этот танец как раз в основном-то и танцуют мужчины. То есть искрометная лезгинка в мужском исполнении – это, конечно, красиво, зрелищно и ярко. Все, что связано здесь с движением – это, конечно, нагрузка полезная, интересная, под красивую музыку, в дружном коллективе. Это в любом случае всегда на пользу. 24 августа пройдет танцевальный концерт к 70-летию парка, подведение итогов марафона и награждение самых активных участников. Прийти на мастер-классы можно свободно или записавшись по телефону 8-905-191-77-44. Светлана Иронова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.